Итак, что я сделал? Получилась ключница. Из пила корневища белой акации. Акация была отполирована везде, кроме задней части стороны. Использовались кованые гвозди в декорировании. Также они будут применяться для подвешивания ключей и брелков. Задекорировал это все дело и очень вписалось в дизайн. Старинный чемоданный латунный ключик, закрепленный очень прочно на медные гвозди. Гвозди обработаны. Вещь полированная, крепкая, порядком 3 сантиметров толщиной. Корень имеет отступ рожек природного происхождения. Вот стенки, то есть можно будет накинуть кепку, шарф, не знаю, шапку. Своеобразный такой момент и отличительная особенность корня. Не просто плоский по стене, а немножко с такими отступами. Смотрится интересно. И в целом выглядит она вот так вот. Получилось хорошо, красиво, компактно, очень даже симпатично.